И что ты тут делаешь? Наслаждаюсь жизнью. Что за день такой? Не знаю. 10 утра. Мы ничего вообще не сделали еще. Вообще не хочется ничего делать. Может, сегодня ничего не будем делать? Отдохнем, погуляем. Да, вот в праздник решили поработать, да. А потом вот держите. В будни не хочется ничего делать. Вот это все из-за того, что вчера решили поработать. Вот это из-за этого. Сегодня вот в будний день, когда надо работать, ничего не хочется делать. Дик, иди ты тебя поглажу. Дик, иди сюда. Я Дик буду гладить Гульку, буду тренировать, смотри. Ух ты мой Дик хороший собака. Ты мой Дик хороший собака. Дик мой Дик, Дик, Дик. Получит от Бульки. Булька уже забыла, что она от него хотела. Сейчас вспомнит, смотри. Дик. Дик, иди сюда. Ай ты хороший, ай ты умница у меня. Ай ты Дик мой, ай ты мой Дик хороший. Хороший, иди. Смотри, какая злая. И Найду не подпускает, видишь? Найда, иди. Ай ты Найда моя умница, ты моя Найдочка. Ты моя красавица, Найда умница, Найда умница. Дик, Дик, Дик тоже хороший. И Найда хороший. Какая вражда сразу вижу собаки. Дик. Дик, она же девочка. Теперь ты будешь валяться, понял? Бейте его. И Булька, бейте. Кусай его. Булька, отдай его. Кусай его. Кусай, да. Показывай. А муха где? Мушка, иди сюда, мушка. Ты видишь ее? Муха думает, меня погладят, то вообще другие загрызут. Угу. Значит, от дома не отходит, сидит возле дома. А она часто, она всегда возле дома. Дик, ко мне! Иди сюда, иди сюда. Знаешь, что с тобой сейчас сделаю? Знаешь, что с тобой сейчас сделаю? Ну, это хватает. Сейчас опять дождь будет, да? Пошли с козлами обниматься. Пошли. А это не Шанелька. Как не Шанелька? Там Шанелька. Да? Точно. А это обнимашки с мной не будет делать? Давай пообнимаемся, нет? Не будешь? Получи. Уходи. Ты их не место занимаешь. Дай пообнимаемся. Я ж обниматься пришел, а не толкаться. Ну, ну что ты? Беляночка. Или это Шанелька? Я уже сама их путаю, они уже одинаковые стали. На гости, видишь? Выгоняют тебя. О, получи. А если голова, интересно, сильно стукнула бы меня? Правильно, на что. Есть нечего, хоть майку съедим. Красавица. Это не Шанелька, что ли? Я не знаю.
А когда они вместе стоят, я их отличу. А когда они по отдельности, я их не могу. Шанелька немножко меньше. Ну, так у шанельки голова более узкая, вот эту голову больше. Шанелька просто ласковая, она, угу. она больше, она с нами с самого маленького возраста. Угу. Что, дневной холодец есть? Кузов тоже хочется холодца. Ты сегодня будешь с синим ухом. Ты хоть не уходи от меня. Ты кто это? Ты кто? Ты Белянка или Шанелька? Вот давай полежи у меня одна. Отдохни. Как всегда лежала маленькая, да? Вот так вот отдохни и полежи. Это хорошая коза. Ты умница такая у меня. Пыка, тебе нельзя нюхать. Ну? Ты кто? Ну, такие вкусные. Такие пахучие. Есть козы такие грязные, такие лохматые, вонючие, а у нас такие чистенькие, такие гладкошерстненькие, такие приятные. Потому что, может, это твои? Прикинь, я посреди поля какую-нибудь козу поймал бы, посадил бы, нюхал бы ее. Да, наверное, потому что мои. Такую лохматую козу и... У нее занинская кровь, я смотрю. У нее черные-черные точки, пигментация на теле. Сами, вот смотри, на носике будет хорошо видно. Угу. У нее все тело в черных пятнах, а сами волосяной покров сам белый. Потому что козел был занинский, чисто занинский. Да. На 75% занинской крови, только 25% англо-нубийской. Но будет очень молочная, высокопродуктивная коза. Угу. Ну что ты, моя красавица? Моя красавица. Лежит, никуда не уходит, да? Так тепленькое место такое. Еще и прижимается ко мне. Фу, нельзя козам подходить моим. Златка, Златка. А ну фу, дик. Ну еще бочку возьми к себе на коленки. Кстати, бочку выпустил сегодня опять. Она нормально всю ночь провела там, но пыталась снизу пролезть. То есть надо или доской подбить, или срочно поддон сделать, деревянный щит. Что делать будем? Подумаем еще. Сейчас подумаем, да. Ну, уже две ночи провела в своем этом свинарнике. Но она, видишь, она пытается выйти. Она пытается выйти, ей не хочется там сидеть. Значит, ей там, может, неуютно. Надо ей так уютно сделать, чтобы она ей там... Ничего, если уютно, она привыкла на свободе, на воле. Тебя посади, его, закрой в комнате. Это ужасно. Вот тебя в больнице закрыли. Ты ужасно. Хотела выйти? Ужасно, как на зоне. Так и она так же сама. Всю жизнь на свободе. Да. Хорошая коза. Такое пузо большое. Получишь? Фу. Ну что, пошли пить чай. Да, надо подумать, что я ее отверг. Буду дооценивать, пока не встанет. Так это будет долго. Она сейчас спать ляжет весь. Точно, смотри, как прижимается. Ты мне обними меня. Да, она показывает, типа, гладь меня. Чего ты меня не гладишь? Моя красавица. Мне вот интересно, неужели это не Шанелька? Пошли посмотрим. Пошли. Пошли. Пошли посмотрим, где другая коза. Пошли. Фу, Дик, нельзя.
Шанелька, да? Где Шанелька? Была Шанелька это у тебя. Не знаю. Где ж меньше, чем та. Да? Я уже по вымени вижу. По соскам. Ну, значит, все нормально. Значит, белянку продаем? Я не знаю. Пошли. Пошли, пускай кушают, гуляют. Да, Булька? Дик, Дик, ты у меня сейчас получишь. Я тебе сейчас дам кулаком. Получишь у меня. Ну, пошли ты чай. А вот видите, как Дик? Какое-то время уже отстал от козлят. Потом начал опять приставать. Видит, что я ничего не говорю. И уже опять пристает. То есть его надо постоянно в ежовых рукавицах держать. Да, да, постоянно наказывают. Пошли пить чай. Пошли. Тимочка, а что мы сегодня делать будем? Я такую погоду вообще за последних полгода не встречал. Такой штиль. Так спокойно, спокойно. Там вообще ни одного ветерка нет. Я бы в такую погоду ходил бы грибы собирал. Но грибов нет еще, не было дождей. Поэтому мы обязаны хоть что-нибудь поделать. Ну хоть что-нибудь. Боюсь даже обещать. Давай вот просто... Точу пока пилу, потому что... Обещают дождь опять, и мы боимся опять начинать это все, да? Ну да. Потому что все позаливало. Сейчас вот потихонечку будем что-нибудь делать. Угу. Потихонечку. Ну что, давай все-таки расстелю сейчас лаги здесь. И прям здесь сделаю этот деревянный пол. Потому что... На месте, хотя можно было бы, конечно, померить на улице, сделать на улице и сюда внести, но здесь эти камни, под них будем подстраиваться, под эти камни, буду здесь на месте бить. Сейчас выровняю, беру эту всю солому отсюда, вот. Надо все-таки есть хороший загончик сделать. Можно было бы без пола обойтись, но я уже даже калитки сделал такие, чтобы был деревянный поддон. И она пытается постоянно здесь вылезти. Можно было бы снизу еще доску пустить. Ну, давайте попробуем все-таки с полом. Все-таки мы все-таки только учимся. Как получится, так получится. Одну пускай одна родит с полом деревянным, вторая без пола. И посмотрим, как будет лучше. Опороситься. Опороситься. Зрители сказали, что не ложить краской вверх. Ну, с этой стороны, то видите, вообще какие-то горбыли. Все-таки буду ложить краской вверх. Все равно будет, мне легче будет лопаты чистить. И все равно там будет соломы большой слой. Поэтому ослушаемся. Мошка, иди тебя поглажу, иди. Мошка, ты наша мошка, да? Мошка. Свинка тебя хочет погладить, да? Да, пищалка? Довольная мушка наша, да? Ай, довольная.
Ну что там, тебя, Димка, получается что-нибудь? Получается, ну тут видишь, как какая-то, вот видишь, из-за того, что там камни лежат, то каждую досочку вот так вот вырезаю. Вот каждую досочку подгоняю вот так. Но писали, что сильно плотно не надо, чтобы чуть-чуть щелочки были, потому что, ну, чтобы моча стекала. Да? Угу. Ты что, вот так вот сделать чуть-чуть? Ну, я потом так себе думала, а если маленькие будут свинги, у них же будут эти лапки маленькие. Просто тогда чуть-чуть. Чуть-чуть хотя бы, чтобы оставалось. Все равно, вот там, слышишь, на пару месяцев. Ну да. Здесь, во-первых, временно они будут стоять, а потом это все выкинется и спалится в костре, да и все. Да. Временное удобство сделаем для них. Тогда сильно не заморачивают. Да. Бью тут, выравниваю, не выравниваю, это просто бью. Да, бью. Очень много соломы накидаем, будут они тут. Да? Тогда не заморачиваюсь. Да. Хорошо. Ну что, все равно это временно, как всегда. Ну да, они больше нас на воле будут, чем в клетке. Чуть-чуть подгнили. Это для чисто, чтобы родили. Подгниют, чуть-чуть сделал, выкинул и все, да? Угу. Белка, ты что, помогать будешь Димке? Белка. Сейчас забью гвозди, не дурю. Давай. Правда, ни одного ровного нету. Сейчас белка тебя найдет. Найдет она. Как мне вот такого забить? Пошли ко мне. Опа. Ну что тут у тебя? Ну что, вроде бы даже чуть под уклоном получилось. Осталось соломы навалить сюда и упрашивать эту бочку, чтобы она... А этот сделать, загон для маленьких. А, да, сейчас сделаю загончик для маленьких. Слушай, а как его сделать? Вот так вот? Да. Или полностью вот так вот? Нет, на уголочек. Вот так, на уголочек, да? Да, только походу с того угла надо будет, там лампа будет висеть. Ага, вот здесь, да? Я думаю, да. Хорошо, вот так вот прибить, да? Больше места надо. Больше вот так? Угу. Ни разу в жизни не видел новорожденных поросят. Вьетнамские. Говорят, что они весят где-то 300 грамм, но они хоть сюда не пролезут. Я не знаю. Ну, мне кажется, ты за высоко набил, нет? Или ты еще Ну, она точно не пролезет сюда. Она же сюда не пролезет? Или она будет пытаться залезть? Она будет пытаться тогда, да, вот так ниже. Вот так, да? Угу. Может, даже еще ниже, нет? Вот так, да. А они хоть пройдут? Ну, конечно, они вообще малюсенькие будут, как котик, вот как наша это... Как наша... Пчелка сейчас. Пчелочка, да? Может, даже меньше. Ну, давай тогда вот так забиваем. Пойдет такой угол? Может, даже еще чуть ниже, тогда тебе будет удобно бить вот в эту доску вниз. А не хочу уже ниже. Ну, куда уже ниже? Пускай, а еще солому подстелишь. Ну, давай. Может, даже еще чуть выше, еще солома будет лежать. Ну, я не знаю. Точно солома будет лежать. Вот так вот и все. Она точно не пройдет. Подержи. Ну, лишь бы она ее не выломала, понимаешь, носом. Да нет, сейчас все хорошо забью, не выломает. Угу. Давай. Я хочу сегодня полностью закончить эту клетку и уже приучать, чтобы заходила сюда свинка и ночевала сегодня. Вот, смотри. Здесь будут яслики для поросяточек маленьких. Только они сюда снизу смогут заходить. Она сюда зайти не сможет. А ей здесь надо тоже много соломы настелить. И сейчас я еще поставлю им и для еды, и для воды. Но так, чтобы что-то надо тоже сюда самостереть. Вот. Здесь будет грелка. Как бы немного места. Немного. Но она здесь недолго проведет время.
пошли с мастерим для еды и для воды место, и соломой засыпем, и все будет. Пошли. Хорошо, ты мне помогаешь. Смотри, Валька, почему я так сделал. Наши ж, обычно, знаешь, как в деревнях, поставили корыто и все. А у нас любит же жена и попить, и поесть, и поэтому вот сюда водички, например, будем наливать, сюда еду. И мы ей сегодня ждем уже, чтобы ее привлечь, уже поставим ей воды, еды, чтобы она увидела уже, что это ее место. Сейчас соломы настелим. И попробуем уже завтра, сегодня ночью зазнать его, чтобы вообще не упускать. Да, да. И посмотрим, как она. Пошли за соломой. Вот, пускай теперь себе в них гнездо делаем. Сейчас еще принесу соломки. Давай. Я сам бы там жил бы. Так я не беременный. Дальше тут тоже поросятам? Да. Может, и мопилок еще взять? Мало. Можно. Ну, все. Домик готов. Да, водички еще принесла, чтобы она понимала, что это все. Пойдем. Ну, оставайся тут жить. Я тебе даже лампочку включу. Ты дико не пускаешь, да? Хотел за голову укусить. Да? Пчелка, пчелочка моя. Пчелка, пчелочка моя. Дед, я тебя сейчас укушу, я укушу ее. Пчелка, пчелочка моя. Пчелка, пчелочка моя. Шанелька, ну-ка на выход. Злата, ну-ка вышла отсюда. Нельзя. Фу. Но поскольку я уже не переживаю, что бочка у нас уже родит, есть где, зальем уже туда тумбу под наш столбик. Бетонирую все, что не нужно. Самые некрасивые камни, металл, даже ведро. Тем крепче будет у нас тумба.
Джина, пчелка. 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 Ты сисю смокаешь, да? Пчелка. Джина. Пчелка. 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 Пузатая. А еще молочко пьет. Уже такая большая. А еще молочко пьет. Да, пчелка. Пчелка. На тумбу идут самые кривые камни, которые не пошли у нас на отмостку. Самые кривенькие. Мы их туда вбетонируем. От этого будет крепкий растворчик у нас. Ну, идемте кушать уже. Идем. Все, вот это последний замес был. Кстати, если бы не Ваня, то было бы все в три раза меньше. Медленнее. Он, конечно, иногда за жидкий сделает, иногда за мало цемента. Но все пропорции, иногда плохо вымешает, все делает он. Вот, Ванька, ты пойдешь 1 сентября в школу? Что я буду без тебя делать тут? Это учителя мне... скажут, а что ты делал на каникулах? Ты прочитал «Алые паруса»? Нет. Ну вот сейчас, а что ты скажешь? Вот вам кружка с черничного хутора. А я тут буду вообще загибаться. Я смотрю, тут вообще мало песка, много цемента мало. Ну нормальный, наверное, раствор, да? Ты старался? Да. Ну потому что там 1:5 сделал. Хорошо, идем кушать. Угу. И что это у нас тут дают? Чем это у нас угощают? Ого-го-го-го-го-го. Хорошо, что свиньи у нас не голодные, хоть не отбирают у нас еду. Короче, сало. Обвиняйте мушек. Сало в толщину. Это пчеловод угостил. Ну, в толщину вы видите. Большая. А руки у меня... 6 пальцев. Не знаю, моих 8. Чесночок, лучок. И ты, Валюш, сделала хлеб, я смотрю, по поджаристей, да? Да. Хочешь, чтобы мы испытали, если поджаристый хлеб? Да. Сейчас внутри такой фиг, корочка такая. Не, хорошая внутри. Корочка хорошая. Я прикол вчера читал в комментариях. Один подписчик пишет: Дима, возьмите меня к себе на хутор. Я буду у вас бесплатно работать. И это, я у меня такие в голове уже думаю, так, где его поселить, в летний или где? Думаю, так, хоть кто-то отозвался. А потом в конце, я буду все за тебя есть, я все буду кушать вместо тебя. Ну, конечно, а как это кушать? Это вот суп с домашней уточки, вот попка домашней уточки. Цвет такой, потому что туда сырки... Какие плавленые. Плавленые сырки добавили. Ну такое, конечно, тут любой, конечно, хочет на хутор кушать. А я думаю, хоть кто-то согласился бесплатно поработать. Думаю, сейчас летнее белье постельное, у меня уже в голове мысли, потом говорю, ты кушать не хочет за меня. Вообще невкусно. Да? Ваня лук дубасит. Обалденно, конечно. Ваня, ложку возьми как надо. Уже все подписчики пишут. Ладно. Вообще субвилка есть. Ну как хлебушек, вы так и не сказали. Ничего не поменялось, да? Или так? Внутри-то точно ничего не поменялось. Ну понятно. А снаружи он, конечно, такой
И все, подгорелая корочка тоже хорошая. Все супер. Еще купим семечек всяких, да, попытаемся добавить туда. Я насчет бочки, может, все-таки ее так жалко, она же там сейчас все переломает. Может, пускай еще по ночам пока еще первую недельку. Я тоже так думаю. Кстати, тоже сегодня написали: Дима, зачем вам ее вообще закрывать? У каких-то там блогеров они рожают прямо посреди поля. Ну, а другие блогеры говорят, что если есть самец, то она съест поросят. Да, поэтому да. Надо отгородить. Вот. Главное. Угу. Манька, приятного аппетита. Вообще суп обалденный. Угу. Спасибо. Вообще даже не знаю, что есть. Все вкусное. Кстати, сало вкусное, но суп вкуснее. Вот сырок попался. Слышь, ну сырок светлый, а почему суп такой желтенький? А я добавила специи. Обалдеть. Может, опять дождь будет? А что они там едят, чувак, вот под столом? Не знаю, у меня уже полноги нету. Они там что-то чвякают, что они там нашли. Ничего. Это ты им кидаешь, да? Я только одну стала. Садись, кушай, Валюшка. Все говорят, что тебя не дает, не даем вообще кушать. Да мне как бы и не надо кушать. Водичку надо пить. Вот где хорошо, что вчера лужи были, да? Вам уже можно везде грязь найдете сегодня. Пошел. Сейчас подскользнет, ты упадет, такая. А нет, не упал. Не хочет спускаться. Продолжаю эту ступеньку под уклоном. И сейчас самое главное, чтобы собаки сегодня ночью здесь не потоптались. Мою печки, потому что когда заливали пол, налетело очень много мух. Конечно, загадили всю печку нашу беленькую, поэтому я ее вымываю. И цемент где-то попадал вот снизу. И тоже вымываю его. Вот. Знаете, что я сейчас сделаю? Я вот не строитель, и родители у меня не строители. Но я вот еще когда Ванькиного возраста был, моему папе заливали гараж. Я помню, вот ему так заливали, и так вот строители в конце уже, когда залили, вот так вот цементиком посыпали. И называли эту процедуру, знаешь как, сейчас, говорит, зажелезним, зажелезнить. И как бы я как бы тоже и не строитель, и не то, что я там сейчас фанатею от того, что я делаю. Мне не особо это нравится, но как бы я на кого бы на кого-нибудь не пошел бы работать. А для себя это очень приятно делать. Для себя, конечно, это вообще кайф. Балдеж. Да, Ванюш? Да. Вот ты сейчас мешаешь раствор. Тебе же приятно для себя залить? Да. Он говорит, когда ты уже, как уже посмотреть, это уже конечный результат. Когда крышу поменяю, он говорит, вот да, хочу посмотреть, уже увидим. Увидим когда-нибудь. Мешай раствор.
в любом случае, вот это вот то, что мы сейчас сделаем, это примерно до того момента, пока не сделается крыша. Как сделается крыша, вот это вот все будет одним целым, эти ступеньки. Здесь. А сейчас мы сделаем только для того, чтобы вода стекала, пока крыши нет. А поверх этого потом, потом зальем еще. И будет какое-то покрытие здесь напольное. Угу. Ой, вы меня сейчас съедите. Не кусайте меня. Что? Что? Что, кушать хотите? Да? Ну что, все? Да, конец. Все, конец. Я сделал красиво, хоть это будет еще и погружаться. С моей потом... помощью. Спасибо, сынок. Он гордый такой, с моей помощью. Ну что, понтуется весь папу. Короче, что нам осталось от мостки? Раз, два. И здесь получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну если так, как-то странно я посчитал, до этого читал было 12. Ну, в общем, от 2 до 3 дней работы, я скажу, проект от мостка закрывается. Все, на сегодня хватит. Пошли гулять. Пошли. Всем пока, мы гулять. Вы написали, накрой песок. Но сегодня ушло 30% от него. И я думаю, 2 дня от мостки, его здесь вообще не будет. И мы наконец-то сможем хоть перед домом, можно сказать, хоть босиком ходить. Хорошо иметь животных на воле. Но еще пчелка не успела тут следы свои поставить. Ой, что ты? Давай. Джина, пчелка, все идем гулять, пошли гулять. Идут все. И пчелка даже идет. Да, и пчелка уже идет с нами гулять. Джинка, что? О, там столько яблок нападало. Ага. Мы сюда давно не ходили, да? Я дорогу утеряю.
Но когда видно был дождь сильный этот. О, вот это вам повезло. Вот это вам повезло. Нет. Зимой будем вспоминать, как вы яблочки кушали. Белка, на. Будешь рыбину? Еще как буду. Лучший ужин в мире. Спасибо, Злата. Вы чё? Так это у меня что, еще не ужин был? Нет. Ну ладно, можно несколько раз поужинать, раз уж такие дела. Тут. Мне надо соль. Соль? Угу. Такие голубцы хорошие. Угу. Булька, Булька, не ревновать. Я ее подниму, потому... Булька, иди отсюда. Мушку сказали гладить. Мушечка моя. Ты моя мушка, 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 мушка. Мышка не поняла, что произошло. Муша, 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 муша. Все сказали тебя гладить, зажмякать. Тебе так вот, вот так, вот, вот так. Ну, сейчас спустишься от мухи, Бульки уже получишь. Уже получишь. Булька уже такая пищит, сейчас ей дам. Сейчас будет драка, я не виноват. Булька! Получишь у меня. Мушка, мушка. Булька ревнивая, она никого не подпускает ко мне. Да, все должны гладить только ее. Не найду, не дико. Иди сюда. Иди сюда. Что ты? А? Подлиза. Че никого не подпускаешь? Да, я голубцы ел, да. Че нюхаешь мне рот? Гладить тебя. Хорошо, 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 хорошо. Иди гуляй, сегодня мухи на очередь была. Булочка, вот твоя еда стоит и вода. Что ты заглядываешь? Ей такой шок. Я не знаю, с воли в эту клетку. Может, просто хотя бы по ночам, чтобы она привыкла еще недельку. Да, может, ночью. Потом она сама даже выходить не захочет. Да, чисто ночи, 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 ночи. А потом посмотрим. Тебе вообще здесь просто санаторий тебе сделали на месте. Кушай. Вольное животное. Смотри, еда есть, вода есть. Что тебе еще надо? Она пытается калитку поломать. Да. Пчелка. Тебе обычных мышей мало, ты летучую поймала. Ужасно. Пчелка отстанет. Ну, ой, она кидается. Ёфарза. Я сам испугался. А чё она это кидается сильно? Она ее сейчас специально бьет, чтобы она шевелилась. Неужели она ее есть будет? Я не знаю, что будет с ней делать. Я домой.